Зоопарк Удмуртии находится недалеко от центра Ижевска. Тут много зелени, деревянных конструкций в стиле удмуртского подворья, мест для отдыха всей семьей. За каждым цветочком, за каждым деревцем здесь тщательно ухаживают. Мы тоже внесем свой вклад в озеленение территории и, конечно же, в благополучие зоопарковских питомцев. Сегодня вы увидите дикобразы и насухи. Хищники отлично идут на контакт. А грызуны волнуются. Орангутаны и мелки. Рисовать будет Лола. Точно? Надеемся. Медведь и карпы. Прям выливаем? Да, прям выливаем. Морж и картина. Вот как старается. Итак, пора за дело. Дикобразы Дина и Зита робко прячут колючие тела в домике, а их соседи по вольеру, Насухи, Санча и Леся, охотно берут еду из моих рук. У них довольно богатый рацион. Вот это вот то, что есть фрукты, сухофрукты. Добавляем мы еще саранчу насекомых, потому что они им нравятся. Белковый корм. Да. Но так как они хищники, вечером мы еще и кормим мясом. Понятно. Хорошо очень курицу едят. Саранчу хочет. Хочет, но им нравится. Ну, я, можно я только конечно. Саранчой? Вы там потом хорошо. С ним договоритесь. Конечно. Сами. Девочка Леся, ей у нас 2 года, она местная, она родилась у нас здесь, в зоопарке. А Санчо у нас пришел пару месяцев назад с Подмосковья. Ну, он сейчас вот может вообще спуститься. Да, ну он такой довольно наглый, он может и на шею залезть. По его поведению. Ну пусть залезает. Все животные разные, у них очень яркие разные характеры. Санча, например, ну я не знаю, я ему протянул саранчу, и он у меня сразу взял ее из рук. Тут же. То есть для него время адаптации стремилось к нулю. Ай да, сюда это. Ай, трусишка. Может, саранчу? Давайте попробуем саранчу. Ну, держи, давай, держи. О, совсем другое дело. Что касается девочки, она робкая более. Там ей больше времени понадобилось. Разный характер. Да дядька с камерой, конечно, тут мешает. Стоит отметить, что мы не развлекаться сюда пришли. Насух вообще не обязательно кормить из рук, хотя это весьма увлекательно. Наша задача – провести что-то вроде репетиции показательного кормления, которое проходит ежедневно. Насухи к этим кормлениям уже привыкли, но присутствие в вольере нового кормильца и 2 камерменов – это возможность получить новую информацию, которая для зоопарковских животных очень важна. Ну, невозможно же такую красоту не запечатлеть, правда? Mm-hmm.
Вот интересно, да, посмотрите, поведение, когда много внимания, да, они сконцентрировал. Да, он начинает скромничать и прятаться уже. То есть он телефон воспринимает как лишний глаз какой-то на него направленный. Еще, когда нас четверо, еще более-менее, уже пятый многовато. Он решил, ой, девочка ждет там. Леся и Санчо уже адаптировались к появлению незнакомцев, и Наталья пытается выманить из домика Дину и Зиту. И частично ей это удается. Из домика вышла Дина. Дикобразы у нас две девочки. Одна альбинос, она Зита. Она приехала к нам с Нижнего Новгорода в 2019 году. Получается, 4 года ей. И Дина, она у нас возрастная, ей уже 11 лет. Она у нас с Татарстана и приехала в 2012 году. Дина ощетинилась, повернулась к нам хвостом. Так она предупреждает об опасности и снова спряталась в домик. Мы решили лишний раз не тревожить грызунов. К тому же нам надо выполнить свою вторую задачу – приготовить обогащение как для насух, так и для дикобразов. Предметное обогащение для приматов должно быть по возможности разнообразным. Мы уже предлагали орангутанам Лоле и Рону тазики с водой и тряпочки для уборки вольера. Сегодня мы предоставим семейной паре орангов шанс выразить себя в творчестве. А кто из них рисует? Рисовать будет Лола. Будет? Да. Точно? Надеемся. А шляпка? Шляпка будет тоже для Лолы, потому что она любит наряжаться. Все-таки активнее Лола больше, потому что Рон, когда выходит только из своего ночного вольера, поднимается сразу наверх и лежит там целый день. Лола сидит внизу и может общаться с посетителями. Напомню, что вместе с орангутанами живет пожилая самка гиббона по имени Бетта. Сейчас вся троица гуляет в уличном вольере. И видно, что Лола и Бетта отлично ладят, что само по себе удивительно. Вообще я не видел, чтобы орангутаны как-то агрессивно к ней относились. Да это и невозможно. Я думаю, что просто, даже несмотря на то, что она старенькая, она все равно двигается значительно быстрее. Поэтому она там не обижена абсолютно. Бетта родилась 10 июня 1987 года. В зоопарк Ижевска она приехала в 2010 году, когда ей было уже 23 года. Раньше Бетта, как, впрочем, и Рон с Лолой, была цирковой артисткой. Сейчас она на заслуженной пенсии. Ей уже 36 лет. Две девушки не поссорятся из-за шляпки? Нет, Бетте будут интересны Милки больше, чем шляпа. Понятно. Возможно, она тоже порисует. Гиббон? Да. Первый рисующий гиббон в мире будет, нет? Ну, я не обещаю, но возможно. Но она может их облизывать будет. К моему большому сожалению, гиббоны никак себя не зарекомендовали в качестве художников. И они мало подражают людям. Ну, это малые человекообразные, они небольшие, они моногамны, у них очень много своей специфики, они довольно дикие. Не сказать, что они очень социализированы, потому что они внутри своей семьи из двух особей социализированы, в общем-то, не шире. И у них из-за вот этой низкой достаточно все-таки социальности не такой сложный головной мозг, как у других человекообразных обезьян. И у них нет большого интереса к человеческим предметам, в том числе кисточке и холсту. И ну, как бы они, у них нет вот этой радости от того, что немножко почеркать, как у других обезьян. Может, будет на дощечке рисовать? Дощечку, может, поломает ее. Может, додумаются. Как мы уже давно поняли, можно сколько угодно делать прогнозы относительно того, что будет делать животное. Только сбывается наше предсказание нечасто. Мы уходим из вольера в надежде на лучшее, впрочем, как всегда. Лола выходит с той же надеждой, но идет она не к мелкам, а к стеклу, за которым стоят наши операторы. А Бетта, первый, возможно, рисующий гиббон в мире, успевает забрать себе мелки под самым носом у гиганта Рона. Неужели она действительно будет рисовать? Скоро узнаем.
Сидя в отсаднике, белый медведь еще не знает, что его ждет, когда он выйдет в свой уличный вольер. Сегодня он будет рыбачить. Хорошо. А сначала порыбачим мы. Белый медведь Балу, ему 9 лет. Он привезен с новой земли, из природы. В возрасте полугода в наш зоопарк. Ну, ловко получается. Кстати, вопреки расхожему мнению, в дикой природе белые медведи почти никогда не питаются рыбой. Белые медведи в дикой природе охотятся на рыбу крайне редко. Это вот сейчас вот ученые пару случаев не больше описали, что медведь охотился на рыбу где-то белой. Просто потому, что льды плавучие, на которых он охотится, они ушли далеко на север из-за общего потепления нашей планеты. Поэтому для медведя это вообще питание рыбы – большая редкость. А то, что происходит редко, воспринимается с интересом и запоминается надолго. Так, ну и что, прям что, вот выливать будем? Выливаем их в воду, и они расплываются. И он это все съест, Балу? Обязательно. Здесь совсем немного. Ничего себе, а сколько тут килограмм? Примерно килограмм 10. Белые медведи имеют такую привычку, как наедаться впрок. То есть, если животное особо голодно и давно не охотилось, может употребить и 10, и 15, и в некоторых случаях даже 20 килограмм пищи за один приход. И прям выливаем? Да, прям выливаем. Мы уходим из вольера, карпы опускаются на дно, а Балу, выйдя из отсадника, сразу же направляется к бассейну. Мы уже много раз говорили, что обоняние у медведей просто фантастическое. В интернете не найти однозначного ответа, у кого среди всех живых существ лучше нюх. Разброс большой, от бабочки до слона. Но мы попробуем составить свой рейтинг. У каждого животного свои типы обонятельных рецепторов, ориентированных на восприятие разных химических сигналов. С помощью обонятельных сенсил, расположенных на усиках, самец бабочки Сатурнии способен обнаружить самку за 11 километров. Акулы чувствуют кровь на расстоянии до 400 метров. Среди птиц наилучшее обоняние и самые крупные обонятельные луковицы у американских грифов, которые могут уловить запах падали, кружась над вершинами деревьев в тропическом лесу. Чтобы сопоставить возможности воспринимать запахи у млекопитающих, недавно был разработан новый способ – сравнение числа генов, кодирующих обонятельные белки. По этому признаку самыми лучшими нюхачами среди зверей являются слоны. Они могут найти источник воды по запаху за 20 километров. Собаки уступают слонам более чем в 2 раза. Важно не только количество, но и качество. У медведей меньше обонятельных генов, но они способны учуять добычу более чем за 30 километров. Отменным обонянием обладают и грызуны, например, крысы и мыши. Недолго думая, Балу ныряет в бассейн, а выныривает оттуда уже с рыбой в зубах. Медведь аккуратно пристраивает свою добычу на берегу. Белый медведь всегда достает свою добычу на твердую поверхность, на лед. Это может касаться и морского зверя, морского млекопитающего, который он добывает, скажем, нерп или тюлень какой-нибудь. Иногда он охотится на белуху, и тогда он тоже старается белуху вытащить на твердую поверхность. Бывает, если в воде на ступеньках, но очень редко. Чаще всего вытаскивает на берег, ложится и спокойно наслаждается. Однако Балу не торопится ложиться и наслаждаться. Он берет рыбу в пасть и снова прыгает в воду вместе с добычей. Это естественно. Надо же добыть. А добыча – это всегда интереснее, чем процесс еды. Балу резвится как ребенок, хотя ему уже 9 лет. Он половозрелый молодой медведь, не мальчик, но муж. Балу снова и снова ловит уже пойманную рыбу. Он наслаждается не ее вкусом, а процессом игры. Я бы не сказал, что он играл с ней в кошки-мышки, но когда он поймал, он уже действительно играл этой добычей, подбрасывал, как-то ее держал, нырял с ней красиво очень. Ну, это свидетельствует о том, что ему весело, хорошо, он получает удовольствие от процесса. Балу бросается в бассейн за новой рыбой изящно, как профессиональный пловец со стартовой тумбочки.
Да и под водой он чувствует себя в своей стихии. Ему хорошо и весело. Настолько, что он пока не съел ни одной рыбки. После очередного заплыва Бало возвращается на берег сразу с двумя трофеями. Одна рыба в пасти, вторая в лапах. Медведь крайне доволен собой. Он всегда так делает. А вдруг кто-нибудь придет и отберет. Все забрать быстрее, все себе. И только спустя минут 15-20 Балу приступил к еде. Он максимально растягивал удовольствие от охоты и нагуливал аппетит водными процедурами. А ведь когда Балу Константинович, так написано в медвежьем паспорте, приехал в Ижевск, он даже плавать не умел. Ну вы же его вырастили, да, я так понимаю? Практически да. И вы его учили плавать? Его только частично, слегка. Я насчет прыжка-то не выставили? Вход в воду такой спортивный. Он как олимпиец просто прыгает. Ну, может, только если отчасти. Отчасти. Все. Скромность она украшает. Я понимаю. Даже медвежата, которые росли с матерью, выйдя из берлоги и впервые сталкиваясь с водой, испытывают перед ней опаску. Когда медвежонка выращивают искусственно, специалистам, видимо, тоже приходится сталкиваться с этой проблемой и не столько учить медвежонка плавать, сколько дать ему возможность привыкнуть к воде и побороть свой страх перед вот этой новой незнакомой средой с особыми свойствами. Сейчас Балу отличный пловец и ныряльщик. 8 карпов были пойманы и съедены медведем примерно минут за 40. Балу мог бы и быстрее, но он не хотел торопиться. Впрочем, время и так проходит быстро, когда есть чем его занять. Примерно неделю назад были сделаны первые, так сказать, черновые наброски эксклюзивной картины, автор которой Морж и Нурмин. Пора завершить начатое. Продолжаем наше приостановленное действие. Ага, надо дорисовать картину, да, я так полагаю. Вот это замечательное творение и Нурмина. Ой, Нурмин к работе готов. Да, краску надо выбрать, что ли? Да. Еще два цвета? Две краски получаются. Ага, ну давайте вот, не знаю, вот такие. Подожди. Молодец. Готов? Молодец какой. Нурмин, ты соображаешь лучше, чем некоторые наши четвероногие друзья вообще, верно? Или Юра так с тобой поработал? Так же, как и большинство других команд, это все делается поэтапно. Сначала он должен привыкнуть к тому, что рядышком, скажем, мольберт. А то, что кисточку нужно держать во рту. Что кисточкой нужно махать в разные стороны по какой-то там бумаге, ткани, по субстрату. Ну и, естественно, за каждое новое движение ему полагается поощрение. И Нурмин, вставай. Поехали. О, как! Вот как старается-то. Рисунок или картина на футболке обретает новые краски. В прямом смысле этих слов. Интеллигент ведь мог бы перевернуть ведро, все съесть, нас отпихнуть. Нет, ждет. Напротив, такого работа проведена. Да? Да, мы знаем, что от него ожидать. И завершающие штрихи к своему полотну и Нурмин делает медно-оранжевыми мазками. Мне нравится. А вот сам Морж цвета не различает. У них очень хорошо развито черно-белое зрение, оно у них очень острое, хорошее, а вот с цветным зрением у них натуральные проблемы. То есть у них известен там один тип колбочек, то есть рецепторов, отвечающих за восприятие цвета. Но когда этот тип колбочек только один, различать цвета, как мы, они не могут. Готово? Да. Ну, просто шедевр, я считаю. Я не критик. И рисунки пусть оценивают те, кто видит в этом смысл, какую-то эстетику ту же самую. Но, безусловно, это рисунок, который больше никто не повторит в тех же самых условиях.
Ну, мне футболка очень понравилась. Я не понимаю, зачем нужно было растягивать удовольствие. Но мне-то, наоборот, это было приятно, потому что и Нурмин очень обаятельный морж, прекрасно обученный, Юра с ним занимается много. И он очень такой вот располагает к себе. Мне было приятно с ним общаться лишний раз. Так что я доволен, может быть, даже в большей степени, чем футболкой, общением с этим замечательным животным. Кстати, в отделе «Белый Север» художник не только морж. В служебном помещении есть целая выставка работ морских котиков. Стиль у них похожий, но каждая работа уникальна. А нам осталось только вознаградить и Нурмина за труды. И подарком на этот раз будет льдина с замороженной рыбой. Он рыбку одну высосал просто из льдины. Молодец. Молодец. Нурмин прилег, а потом направился к отсаднику. Художественное творчество его утомило. Доставать замороженную рыбу из льдины ему лень. К тому же он успел насытиться, пока рисовал. Пришло время поспать. Сытый морж может спать практически полные сутки напролет. То есть ставились эксперименты, засекали время. Вот, морж в воде, на суше может спать около 20 часов в сутки. Понятно, что на суше ему спать несколько проще, поскольку он лежит и практически не двигается. В воде он тоже спит, но при этом в таком полусонном состоянии выныривает для того, чтобы вдохнуть воздуха. Ну и в том и в другом случае он отдыхает полноценно, и сон может продолжаться 20 часов и даже больше. Будить спящего моржа бессмысленно, поэтому свой подарок для Нурмина я решил преподнести в ближайший понедельник, санитарный день. Хотя, если честно, помывка окон в вольере моржа – это подарок скорее сотрудникам отдела «Белый Север». Всем, кроме зоотехника Юлии Марочкиной, которая плывет на лодке вместе со мной. Юля, а сколько времени примерно уходит на вот такую обработку стекол? Ну, час. Если весь вольер считать, все стекла, то достаточно трудоемкое занятие. Воодушевленной перспективой провести час за уборкой я решил ускориться. Халтурить тут нельзя, но, как говорится, меньше слов, больше дела. В итоге мы справляемся за 22 минуты. А на берегу со спасательным кругом нас ожидает зоотехник Ксения Веретенникова в соответствии с правилами техники безопасности. Спасибо, Ксения, за сопровождение. Мы справились. Вывод такой. Любишь моржа кормить, люби и стекла мыть. Почти как в русской поговорке про саночки. Мы наполняем барабан сухофруктами и орехами. На сухе смогут либо крутить этот предмет и подбирать упавшую еду с земли, либо, что более вероятно, доставать пищу ручками через отверстие. Не уверен, что они прям нам покажут, но мне самому интересно. Я тоже не уверена, что они покажут, но все-таки вдруг. Вообще вот эти деревянные барабаны, которые надо крутить, из которых что-то вытряхивать или залезть рукой, или повернуть удобным образом, чтобы отверстие оказалось там, где надо, чтобы можно было оттуда что-то извлечь. Это для таких животных-манипуляторов довольно часто делают. И, ну, поскольку животное привыкло манипулировать, поэтому, конечно, такой предмет, который позволяет манипулировать, отличное обогащение. Чем больше мучаются, тем интереснее. Вот мы еще такие бутылочки для этого вешаем, чтобы тоже вкусняшки разложить, чтобы тоже полазили. Опять какое-никакое на разнообразие. Тут у них специальная дырочка есть. Ага. А я и не заметил сразу дырочку. Через верх забрасывал. Что-то новое для них всегда интересно. Они довольно активные и довольно любознательные. Поэтому новые какие-то конструкции, новые обогащения, для них всегда это интересно. Еще один предмет для нескучной жизни на сух.
бревно с отверстиями. Зоотехник Денис Передонов, а также заведующий отделом «Волки и медведи» Михаил Медведников крепят бревно на цепь, а Насухи, Леся и Санча наблюдают за нами сверху. Ну, это прям для Насух вообще. Это да, прямо для Насух, для Насух. Енотская такая тема. Все обшарить. Угу. Посмотреть. Ну, недалеко друг от друга ушли, да? В настоящее время семейство енотовые представлено 14 видами хищных млекопитающих, населяющих Новый Свет. Они объединены в 6 родов. Собственно, еноты являются ближайшими родственниками коконицли, которые живут в пустынях Северной Америки. К этой же группе принадлежал гигантский вымерший енот Чепалмалания. Он достигал более метра в длину и весил больше 80 килограммов. Самыми же первыми енотами, появившимися в Южной Америке в миоцене, считают Цианасуа, потомками которых и являются все современные еноты. Насухи и горные насухи немного напоминают обычных енотов, поэтому ранее их сближали с енотами-полоскунами. Но по данным молекулярных исследований оказалось, что их ближайшими родственниками являются самые мелкие представители семейства – олинго, которые ведут древесный образ жизни. Абсолютным особняком от всех других енотовых стоит уникальный древесный вид – кинкажу. Его диета состоит почти исключительно из плодов и цветов, а с помощью своего уникального хвоста он может цепляться за ветви деревьев. Дикобразом тоже вытащим обогащение. Будет у них бревно и веник. Да, хорошо. А это я пока могу разложить? Да, да, конечно. По всему вольеру можете разложить. Бревно отправляется поближе к домику дикобразов, а веник, больше напоминающий охапку свежих веток, Наталья привязывает к балке. Ни Дины, ни Зиты в данный момент мы не видим, но очень надеемся, что грызуны выйдут попозже и, как им и полагается, что-нибудь погрызут. Дикобразы-грызуны. Для них лучшее развлечение – это вот какие-нибудь ветки. Пошуршать этими ветками, их погрызть или пособирать, ну, на худой конец орехи. Им, в общем-то, изобретать ничего такого не надо. Было бы убежище и корм. Остатки сухофруктов, бананов и орехов я кладу на крышу дикобразьего домика. И наиболее смелый из дикобразов Дина в нетерпении высовывает усатую морду наружу, а насухи по-прежнему сидят наверху. Не дожидаясь, пока мы выйдем из вольера, Санчо начинает поедать полезные и вкусные сладости. Аж за ушами трещит. А вот и блондинка Зита. Альбинизм в природе в целом – это очень редкое явление. Известно, что на 10 тысяч дикобразов приходится один альбинос. Дикобразам-альбиносам в природе, конечно, приходится не сладко. В большинстве своем такие особи погибают. Погибают еще в молодом возрасте. А вот в зоопарке они могут прожить довольно долгую жизнь. Зита осмотрелась, поизучала новые запахи, слегка подергивая розовым, как у всех альбиносов, носом, и снова ушла в свой домик. А Дина начала грызть бревно, не забывая прикрывать свой тыл иглами. Ваши подопечные колючие, они выходят, как-то что-то делают, убегают, какая-то настороженность есть некоторая, да? Ну, конечно, есть. Ну, сейчас народ, они довольно все-таки пытливые, поэтому так настороженно выходят, но они все равно выйдут, да. Мы должны им раскидать? Да, это раскидать. Прямо по земле? Да, они потом соберут это все. С удовольствием. Вот так. Ну вот забавно, хищники отлично идут на контакт, хорошо, спокойно, вот за спины заходят. Что хочешь делать, с рук берут, а грызуны волнуются. Чтобы блондинка и брюнетка снова вышли из домика, поели орешки и ветки и погрызли бревна, нам просто нужно уйти. Что мы и делаем напоследок, оставляя пару кабачков, которые также входят в рацион дикобразов. Дикобразы потихоньку подбираются к кабачкам, а хитрые насухи – к веточному корму, который мы приготовили не для них. Это не страшно, дикобразы голодными не останутся. Дина начинает с самого вкусного – с орешков. Помимо радостных детских возгласов, со всех сторон доносятся звуки тщательного пережевывания пищи. Бутылки со сладостями первым подходит Санчо. Он, хотя и совсем молодой, но явно посмелее своей подруги Леси.
Везде животные разные. И это часто не зависит от того, в каком зоопарке они живут. Да? Это зависит от их индивидуальных особенностей, их характера. Санчо решает спуститься вниз и подобраться к кабачкам. Зитта и Дина, наевшись орехов, снова ушли в домик. Место освободилось, колючие соседи больше не мешают. Они спускаются тогда, когда дикобразы в домике у тебя сидят. Леся тоже ушла в домик, а блондинка Зита принялась за свежие ветки. Барабан и пенек на сухе оставили без внимания. Возможных причин тут две. Первая – мы положили им слишком много еды в более доступных местах. Вторая – они в большей степени заинтересовались нашими операторами. Так или иначе, обогащение состоялось как пищевое, так и информационное. Лола не отходит от стекла, за которым глаз камеры. Дама рубинсовской комплекции бальзаковского возраста явно заинтригована. Арон, осмотревшись и не обнаружив в вольере никакой еды, подошел к изящной красной шляпке. Ну что, Оксан, все пошло не так? Да, все пошло совсем не по плану. Думали, что Лола возьмет шляпку. Да. А взял ее Джентльмен. Арон, да. Захватив интересующий его предмет женского гардероба, Рон забрал себе и доску для рисования и решил попробовать ее на зуб. Человекообразные обезьяны обычно в развитии не обгоняют 3-4-летних детей наших, то, скорее всего, это просто реакция любопытства, что какой-то незнакомый, неожиданный предмет, тоже дощечка обработанная, это не то же самое, что деревяшка. Ветку он в рот не потащил, это понятно, что такое. А дощечка отличается. Может быть, поэтому он ее потрогал, понюхал, в рот засунул, всячески попробовал, поэкспериментировал. Но пользы от этого, конечно, никакой нет. Лучше рисовать он не станет. Красная шляпка лежит на полу, а семейная пара орангов сейчас похожа на двух шахматистов, размышляющих о следующем ходе. Мелки у Рона. Лола ждет свой ход. И как только появляется возможность, она его делает. Забирает у Рона доску для рисования и один из мелков. Даже были научные исследования, которые показывают, что приматы испытывают удовольствие в процессе рисования. Вот просто у них там в кровь вбрасываются эндорфины, гормоны удовольствия. То есть им это приятно делать. Рон забирает себе шляпку и оставляет Лолу наедине с мольбертом и мелками. Мы с нетерпением ждем, когда Лола начнет рисовать, и, похоже, это произойдет прямо сейчас. Лола придвигается, подтягивается и подползает ближе к стеклу. Неужто она задумала написать портрет одного из наших операторов в абстрактном стиле? Технически орангутаны рисуют, и их картины, в общем, люди могут продавать между собой, потому что орангутаны не заявляют свои права на свои творения. Вот. А можно ли принять работу орангутана за абстракциониста, мне трудно сказать. Мне кажется, что все-таки нет, что все-таки есть разница в навыке. Хотя некоторые художники-примитивисты, в общем, немножко похожи рисуют. Лола художник опытный. Правда, раньше ей предлагали бумагу и краски. Но каковы художественные средства – не главное. Главный результат. На бумаге появляются следы. Именно это и нравится Лоле. Задумчиво пожевав доску для рисования, Лола приступила к первому наброску. Она сама своими руками меняет свою среду. Была простая черная дощечка, а теперь на ней выразительные белые полосы. Лола оценила рисунок и решила его слегка подкорректировать, лежа. Ей бы подвигаться было полезно. Что-то она как-то очень раздобрела. Видимо, ей не нравится двигаться. Ну, а что-то придумать. Живет в любви. Ну, понятно, что ее... Хорошо кушает. Хорошо, много фруктов калорийных. Да. По-прежнему лежа, белым по черному, Лола изрисовывает вторую часть дощечки, а затем сравнивает оба рисунка. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Крупные человекообразные обезьяны с удовольствием рисуют картинки, но как они их воспринимают, непонятно. Например, внимательно, что на картинке домик или апельсин, или еще что-то. И вот если еще он-то нарисовал, понятно, если дашь ему изображение апельсина, он поймет, что это то же самое, что апельсин настоящий. А вот если он сам что-то нарисовал и потом на это смотрит,
то представить себе его переживания на этот счет совершенно невозможно. То есть, может быть, он просто удивлен, что что-то получилось. Вот ничего не было, и вдруг что-то теперь существует, он это сделал. Но какие там эмоции закопаны, пока трудно сказать. А мы объявляем голосование за лучшего художника Ижевского зоопарка. Чей рисунок вам понравился больше, моржа или орангутана? У гиббона Бетты тоже есть мелок, но рисовать ей не на чем. Арон, захватив все остальные цветные мелки и шляпку, и, повалявшись на полу, тоже начинает что-то чертить. Точнее, размазывать мел по напольному покрытию. Ну вот он рисовал так вот. У него, знаете, он монументалист, так назовем его художника. Он это растирал и большое такое полотно там пытался создать. Руками растирая эти мелки. А она была пунктуалист, если можно так сказать. Не окончив свое монументальное полотно, Рон набрал полный рот мелков и развалился на полу, не выпуская из рук шляпу. Рон, конечно, не собирается есть мелки для рисования, скорее ему нравится перекатывать их во рту. Это интересно и не вредно. Эти предметы все безопасны для них, так как они были предназначены для детей, поэтому мы даем их животным. А хитрая Лола, потихоньку подобравшись к супругу, мягко, но убедительно отбирает у него цветные мелки. Ну сколько же можно рисовать только белым? Орангутаны, точно так же, как и другие приматы Старого Света, в процессе эволюции получили как бы повторный шанс иметь цветное зрение. И точно так же, как мы с вами, они обладают тремя пигментными системами в сетчатке глаза. И, естественно, орангутаны воспринимают те же самые цвета, что и мы. То есть, если мы видим мелок белого цвета или, допустим, красного цвета, точно так же будут различать и орангутаны. Навалявшись вдоволь, Рон, забрав все свое с собой, взобрался на верхнюю полку. Это его любимое место, там он проводит большую часть времени. А Лола пытается соединить воедино веревочку от шляпы и доску для рисования. И это занятие ее увлекает не меньше, чем создание художественного полотна. Трудно представить, что каких-то 15 лет назад, после вырубки старых, уже отживших свое деревьев, на месте Ижевского зоопарка было практически чистое поле. А сейчас тут молодо-зелено. Все деревья и кустарники или ровесники 15-летнего зоологического парка или младше его. У нас все желающие на сегодняшний день могут прийти посадить дерево, могут присоединиться к нашим акциям. И я приглашаю вас тоже посадить дерево в зоопарке. Посади. И мы решили сделать это в наш заключительный съемочный день. Так сказать, на добрую память. Ну, каждый из нас, наверное, сажал деревья в своей жизни. Я не исключение. Я сажал у себя на участке в том числе. Но чтобы вот посадить в зоопарке, это первый раз. Но здесь такая традиция. Итак, совместными усилиями мы высаживаем молодую березу, ставим планку для опоры, делаем бортики из чернозема, чтобы при поливе не убежала вода, и подвязываем памятную ленточку. В каждом деле свои тонкости. С любовью к зоопарку, правильно? Да. Правильно, так и есть. Ну, может быть, доведется мне когда-нибудь еще вернуться в Ижевск лет через 10 там, и посмотреть, как выросла моя береза. Может, она уже будет большая, высотой с небольшой домик. А мы вам будем отчитываться, как она растет. Хорошо. В общем, у меня точно будет повод вернуться в Ижевск.